Верочка Монолит. Нижний замок ЧИЗа Revolution Pro, редукторный с блокировкой при переломе цилиндра. Верхний замок Guardian Quattro, Guardian 4001, с коленной пластиной на весь корпус замка. Замок, который не открывается отмычками. Кроме этого, нижний замок блокирует доступ к верхнему замку. Это стандартная опция на всех моделях дверей Monolith. Кроме этого, от нижнего замка идут дополнительные ригели вверх и вниз, тяги. Дверь поставляется с временным цилиндром на период ремонта. И кроме этого, заказчик получает постоянный, запакованными ключами. Он устанавливается после завершения ремонта.